Дорогие друзья, Мишка уже записывался, а теперь будет записываться Владимир Васильевич Савватеев, мой папа. Вот, запишем мы сейчас, ну то есть папа запишет, про магические квадраты. Магические квадраты, я с детства их как-то любил, никогда не понимал до конца, а вот папа как-то разобрался кое в чем, по крайней мере. Ну что, расскажи, как делать магические квадраты, там, например, 3 на 3, 4 на 4. Ну, а дальше там, может, завершим, призовем всех думать попробуем, в этом направлении. Попробуем. Вот, Владимир Васильевич, значит, вам слово. Насчет квадратов 3 на 3, это знает, в принципе, сейчас любой хорошо развитый школьник, начиная с 5 класса. Вот, так что там начнем с него, а потом посмотрим, что можно сделать дальше. Дальше тоже, что из них можно сделать, известно. Потому что 3 это нечетное число. Оказывается, в теории магических квадратов очень важно знать, какой это квадрат, четного порядка или нечетного. А, ну очевидно, потому что там центр, да, там в нем, да. ну понятно, да, почему. Да. Ага. Кроме того, самый простой магический квадрат, какой можно придумать, он состоит из одного квадратика, но он никому не интересен. Переходим. Второй, значит, здесь можно написать только одно число, наверное, единицу стоит написать. Больше тут ничего не придумаешь, но можно заметить один факт, даже на таком чертеже. По горизонтали сумма равна единице, по вертикали единица. По этой диагонали единица и по этой единице. То есть квадратик один, а сумму тут уже считали аж целых 4. И да. Все они одинаковые. Так. Вот это мы запомним. И переходим ко второму шагу. Теперь надо рассмотреть квадрат 2 на 2. Так. И, наверное, мы тут ожидаем, что будет что-то похожее на это. Ничего подобного. Это существует квадрат, хотя и неинтересный. А здесь вообще он не существует. Сейчас объясним, почему. Квадраты надо заполнять в этом исследовании числами, идущими друг за другом. 1, 2, 3, 4. А, это условия на магические квадраты, да? Да, что да, идут это первые. Обычно, на самом деле, его N можно... квадрат чисел, да, всегда да. идет? Да, да, да. А, он... все, и все они понял. От 1 до n в квадрате. Ага, все, я поздно. Ну, ага. Это один из простых вариантов. Потом можно сказать, что на самом деле здесь можно писать любую арифметическую прогрессию. Mm-hmm. И будет тоже там, его потом можно будет сделать в некоторых случаях магическим квадратом. Так что вот теперь проблема такая, что вот у нас стоят 4 числа. Да. От 1 до 2 в квадрате. И мы теперь можем уже попробовать найти сумму по двум горизонталям, по двум вертикалям и по двум диагоналям. Ну да. И вот хорошо бы, чтобы они все эти 6 сумм были одинаковыми. Ну, более-менее очевидно, что это невозможно. Более-менее очевидно, что это невозможно, но тому, кто хочет углубить свои знания по этому, может это строго доказать. Ну, пусть докажет, да. Ясно, что так что здесь не существует магические квадраты. Дальше на повестке дня встает квадрат 3 на 3. Первый нетривиальный. Да, первый нетривиальный. И первый, который... Фактически, первый, с которого начинаются нечетные количества. 3 клетки, потом 5 клеток, 7 и так далее. Для них отдельный алгоритм имеется. А вот для тех, которые четные, ну, первый самый четный квадрат вообще не существует. А дальше у нас будет вопрос, существует ли... Квадрат 3 на 3, ну, заранее скажем, что он существует, это сейчас даже школьники знают. Дальше идет следующий вопрос, а как быть с таким вот особым квадратом магическим, когда у нас 4 на 4? Рисую? Так, а 3 на 3 ты нарисуешь его? Нарисую, или... нарисую. Сначала только я постановку задач, что будет дальше делаться. Дело тут в том-то и дело, что здесь надо сначала решетку эту правильно нарисовать, и иметь хорошее воображение, что дальше делается. Вот. Значит, вот тут в чем дело. Вот это первый нетривиальный квадрат, фактически магический, нечетного порядка. А это первый нетривиальный квадрат четного порядка, и начинается он с 4, потому что для 2 на 2 он не существует. Да. Вот дальше уже начинается некий такой вот, значит, вопрос. Сейчас магия будет. Да, магия будет самая настоящая. Магия. Можно показывать с помощью этой магии хорошую новогоднюю шутку кому-нибудь там удивить. Вот сейчас, ребята, я вам хороший фокус покажу, дескать, например. И нарисовать тут же вот этот квадрат 4 на 4.
Вот, а вот теперь мы смотрим, в чем тут магия заключается. Значит, видимо, кому-то там в древности пришла очень здоровая мысль заполнять эти квадраты арифметической прогрессии с шагом единицы. Ну, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Может, это не магический квадрат. Это не магический. Кроме того, вовсе не обязательно именно такой прогрессии заполнять. Но надо, чтобы была прогрессия. Ну, а числа желательно, чтобы были целые. Хотя это тоже, значит, эта тема может быть исследована в общем виде. Можно договориться, чтобы записывать 9 любых вещественных чисел, не обязательно целых, и требовать, чтобы они выполнялись все вот эти суммы одинаково. Так. И это, конечно, будет получаться и очень многими способами. Так что это не очень интересно. Ты не томи душу, как все-таки квадрат 3 на 3-то построить, как подбором? Итак, нет, не подбором. Значит, вот именно, что не подбором, да. Довольно-таки знаменитый французский ученый Баше де Мезерьяк. Он сформулировал четко, как это надо делать. И никто от него этого не ожидал, поэтому до сих пор все удивляются, как ему такая смелая мысль в голову пришла. А мысль ему в голову пришла вот какая. Он решил повернуть, грубо говоря, эту всю картинку на 45 градусов. Да, угу. Такая безобидная мысль, но она его привела к крупному успеху. Для этого предлагается провести вот такие прямые линии под углом 45 градусов, разделяющие числа, записанные внутри квадрата. Угу. Вот такими косыми такими вот линиями так. Отделяются, это система параллельных прямых, отделяются числа друг от друга. А потом еще в перпендикулярном направлении к ним такие же, такого же типа линии. Вот так. Тоже разделяет вот эти числа. Так. Вот теперь мы готовы методом Баше де Мезерьяка построить изобретатель игры в Баше. Да. Самое, значит, самое, так сказать, интересное, что он уже почти построен. Обвожу жирные линии. На что нужно обратить сугубое внимание. Вот он, ответ, он уже виден. Вот. Вот если тут обвести, эта красная ручка, что это она не на высоте. Ничего. Не на высоте. Да. Я попробую все-таки зеленый, только пожирнее. Вот. Короче говоря, вот это будущий магический квадрат. Вот. И мне осталось только что сделать. Вот эти числа 2, 6, 5, 4, 8 уже стоят на положенных им местах. Остались только пустые места. Вот здесь. Два. И сюда так и тянется рука взять и вот эту единичку написать. Но это будет неправильно. Но это нельзя делать. Потому что здесь и так вот эти числа меньше, чем вот да, эти. Да. Туда девятка. Поэтому просто. Здесь надо, чтобы было что-то большее. Поэтому вот опять же там Баше де Мезерьяку, видимо, а может кому и раньше. Пришла мысль, что единицу поставить сюда, а девятку сюда. Отлично. Это называется перекрестное восстановление записи. Итак, мы сюда пишем 9. Ну да. Сюда пишем 1. Да. А здесь, согласно тем же правилам рассуждения, да, семерочка пойдет у нас не сюда, угу. А вот сюда. Да. Ну, а троечка пойдет сюда. Отлично. Осталось только всех поразить присутствующих, того, кто это не слыхал. Что это будет квадрат, и он будет магический. Так, выписываем его уже не по линии. Уже видно. На 45 градусов. Да, вообще-то видно. Ну, еще виднее будет, если сейчас аккуратненько нарисовать. Сейчас это тоже будет. Сейчас. Итак, я отдельно. Слушай, что это тут? Эти все уже иссякли. Мор фломастеров у нас. Да. Пора в университет Пожарского ехать за фломастерами. Да. Да, но ничего. Однажды. Давайте запишем. Черный возьми, черный отлично пишет. Нет, вот. Нет, а вот тоже не пишет. А вот отлично, вот, к сожалению. Нет, лучше его не трогать. Нет, сейчас мы вот здесь все нормально напишем. Значит так, читаем теперь, вот он повернут, поэтому надо читать его вот так вот боком, а писать ровно. Ну да. Итак, 4, 9, 2. 4, 9, 2. Следующее. Строка 3, 5, 7. Да. 3, 5, 7. Обратите внимание, идут прямо вообще подряд нечетные числа почему-то. Но это уж не знаю. Это случайно. Это, да, издержки производства. Да?
8, 1, 6. И делаем две маленькие проверки. Отлично. Первая проверка. Да нет, ну все, дальше любой проверит. Числа, нет, числа от 1 до 9 здесь есть? Есть. 1, 2, 3, не, ну все, 4, все дальше 5, видно, все, да. 6, 7, 8. В общем, короче, все это из этого алгоритма видно, что Большой Домизерьяк не мог здесь упустить ничего. Тут просто да. некуда деваться. Расскажи про 4 на 4. Там какая-то потрясающая поворотная была. Да, нет, ну тоже потрясающая, но она очень красивая. Да. Она, так сказать, сугубо геометрическая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Итак, здесь все суммы будут, как легко убедиться... 15, конечно. Да. Потому что сумма от 1 до 9 равна 9,10 пополам. 15 сумма по строке. Ну, по второй строке 15. По третьей 15. Ну да, да, да. Так. По столбцу тоже будет 15. Все. Ну и по диагоналям. Да, и по диагоналям. Вот какие. Бывают еще более заумные квадраты, где у них еще на этом не кончаются одинаковые суммы. А еще кое-какие бывают, кроме этих. Ну это сейчас вот я не буду отвлекаться на это. Давай 4 на 4. Да, сейчас. Мы ждем. Это 15. И что самое, ну, это очевидно, да, умилительное, что и здесь тоже 15. Да. Здесь тоже 15 будет. А теперь переходим к самому, я считаю, интересному сообщению. Да. Здесь, конечно, мы так будем, рассуждая по аналогии, тоже заполним числами 1, 2, 3 и так далее. Ну да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот, значит, сейчас предлагается для построения магического квадрата 4 на 4, а его действительно можно построить. Что сделать? Делать? Заморозить. Сначала физический процесс. Заморозить диагонали. Вот это называется вот это да. диагональ. Их надо заморозить. То есть они уже стоят на своих местах. Их не надо никуда сдвигать. И вот эти. Окорный бабай. Да. А вот то, что остается, можно обвести кругом и назвать колесом. Обвожу. Блин. Придется круг делать вот не просто один, а вот такой вот, чтобы внутри него были написаны цифры. Два, ну, понятно, типа понятно, кольцо. Да, 2, 3, 8, короче 12. Короче говоря, вот это вот замороженные, они стоят на диагонали, поменяться не будут. А вот здесь будет вот такое красивое колесо. Да. И что же оно делает? Да что колесо? С колесом можно делать только... А где оно, кстати? Где обруч? Обруч. Ну, короче, можно его переворачивать. С колесом-то можно... Вот, конечно, можно вот так повернуть, да. А можно вот так и вот так. Да, и, ну, а вот надо так. сделать и то, и другое. А. Просто так. С гениальной простотой. Значит, то есть повернуть на 180 градусов да. в результате. Композиция двух отражений да, это 90 градусов, это 180 градусов. Значит, двойка с 15 местами меняется. Да, ну, значит, и короче, так далее, да? Мы сейчас отдельно выпишем результат первого поворота. Тут два поворота будет. Соответственно, я просил... А ты сразу выписывай результат композиции. Боюсь ошибиться. Да, я все-таки вторую вот напишу, все-таки окружность, для того, чтобы на них ориентировать. Во, вот теперь мы не ошибемся. Итак, вот это вот кольцо, да. его надо подправить. Но подправить так, чтобы оно все время перемещалось, как единое целое. Ну да. Взяли, повернули и перевернули вверх ногами. А потом вот так. Да-да-да. Нет, а потом поворот... еще сверху вниз. И это поворот на 180, так что можешь смело менять местами 5,12, 8,9, ну, да. 2,15, 3,14 и все. Ну давай, значит, короче, сейчас мы, ну как, первый промежуточный этап. Да не надо, пиши сразу ответ. Если я прав, то просто меняются местами. Все, все на 180 градусов. 2,15 меняются местами. Нет, боюсь, что тут не 3, так. 3,14. Нет, я боюсь сейчас ошибиться. Давай сейчас мы все-таки мы промежуточный этап нарисуем. Но тем временем уже вообще все иссякли. Ой, где же еще-то у нас? Есть что-нибудь? А, во! Синий, вот. Синий вот наш спаситель. Это наш цвет. Все, да. Синий спаситель. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Так, ставлю точками там, где заморожено. Да. Они уже известны какие. А теперь ставлю кружочек такой для остальных незамороженных. Вот. Так, ну и, соответственно, внутренний. Ну, хорошо. Так,
Итак, ну скажем, вот мы меняем местами. Значит, 8-12 пойдет влево. 8-12. А в наказание за это 5-9 пойдет вправо. Ну да. 5-9. Тем временем 2 и 3 поменяются местами. И это 14-15. Но это еще пока не все. Ну а теперь, да, теперь. А наверх, теперь это не успело это кольцо привыкнуть к жизни на этом месте, как его еще вот так переворачивать. Так 14-15 ты не поменял. А? 14-15 ты не поменял. А это надо. Я это увидел, потому что я знаю, что будет поворот. Конечно. И вижу, что не тот, не туда. Ну хорошо, хорошо, сейчас я до конца доведу. Конечно, будет поворот, да. Да. Значит, вот это мы тогда вот так. А ты все это стирай, да, я понял. Понятно. Итак. Окончательно, так сказать. Да, заодно, когда идет. Новогодний фокус на этом сейчас будет заканчиваться. Можно уже будет всех, значит, выпивших по первой порции, значит, зрителей потешать уже можно. Вот так. И только говорить, но чтобы они со стула при этом не свалились, значит. А у меня есть видео, почему я не пью, правда, оно сейчас временно недоступно. Так. Вот так. Меняем. Ну, теперь. А теперь прямо можно уже действительно как-то в уме. 3-2 пойдет вниз, 15-14 вверх. Значит, 15-14. Ну, конечно. 3-2. Так и есть. Да. А это здесь, соответственно, 12-18 меняется местами вот да, эти. Да, вот да, 12. 8. 8, конечно. А здесь 5 и 9. 9 вверх, 5 вниз. Ну да, остальное вбиваем. А остальные 1-4. Примороженные просто вписываем. 1-6, 11-16. 4-7, 10-13. Да, 4-7, 10-13. Да. Вот. Вот перед нами красиво и изящно полученный магический квадрат 4-4. Да. А зрителям... А кто не верит, может проверить. Да, значит, зрителям первое, проверить это. Второе, разгадать этот секрет самостоятельно. А кто не разгадает, в наказание получит мой разбор этого секрета через некоторое время. А также комментарии про другие магические квадраты, которые... Еще последнее замечание. Постановка неизвестной задачи для меня. Я ее поставить могу, но решить пока не могу. Предлагаю это подумать всем желающим. Что за задача? Ну как? Дальше, наряду с магическими квадратами, ведь можно рассмотреть магические кубы. Кубы? А я вообще про них ничего не знал. Так что, сейчас я скажу. Нет, существует, конечно. Только вот, как и строить? Существует. Существует, но уже построены, да. У меня, например, имеется маленькая статейка, где даже в четырехмерном пространстве. Все понятно. То есть, есть же ребята в Иркутске, друзья, которые не помню, как их зовут, Рома Заикин, по-моему, и компания, они, у Саши Семенова в лаборатории, они нашли какой-то большой-большой квадрат там с помощью каких-то SAT-алгоритмов. Ну, и это вот. Там можно. Есть, так что именно интересно вот эта наука, да? Да, значит, что это на самом деле тесно связано с геометрией преобразований. Вот с ума сойти, да. Хотя это чистая алгебра, но она становится геометрией. Да, в чем красиво здесь, да. Но сейчас я сформулирую все-таки. Имеется на свете магические кубы. Кратко напоминаю, например, магический куб 3 на 3, например. Как все надо. А что у него сумма? Какие суммы? Вот это самое главное, что было неочевидно. Теперь уже стало ясно, очевидно. Значит так, у него есть 3 слоя. Ну понятно, да. И по этим слоям эти суммы должны быть одинаковые. А, по слоям? По слоям. Не по-другому не бывает. По-другому бывает, но это будет немножко другого типа, и тех очень мало существует. По слоям, по всем. Да, это совершенно общая теория, которая позволяет обобщить вот эти вот методы для 3 на 3. А для 4 на 4, вот сейчас скажу, для 3 на 3 можно что сделать? Вот так еще разрезать. Ну да. И соответственно, вот так. И будет, в общем-то. Да, значит, я заранее не буду говорить подробности, они изложены в одной из моих работ. Ага. Докладывалось это все. Так вот. Ну, что там надо будет делать, поворот на 45 градусов вокруг этой оси, вокруг этой и вокруг этой. И получится магический куб. Короче, что-нибудь в таком духе, да. Это еще не проблема. Это как раз проблема легко решается, и она уже решена. А вот дальше идет вопрос. Если взять кубик 4 на 4 на 4. А-а-а. Вот. И вот что? Так. А что? Неизвестно, да? Нет, известно, что в кубике можно ведь делать
поменять вот эти зеркальные местами, потом эти две, еще три. То есть там будет три таких процедуры, но неизвестно, получится ли при этом магический куб. Я просто это не пробовал делать. Но это приходит, ну, это приходит, да, это в голову по аналогии. Да. Вот может, здесь есть колесо, да, а там будет вращаться сфера. Отлично. То есть, ну, вот у него, да, так, на трех, да, взаимосвязи. Очень интересно. Возможно, что там что-то будет интересное, а тогда можно его, наверное, пространство это вывести, да. Конечно, вот. Но это можно и закончить. Да, ну да, что, спасибо. Маленькое предновогоднее выступление. Привет всем.